Здравствуйте, друзья. Наш сегодняшний гость музыкант с мировым именем, пианист, педагог, лауреат множества музыкальных конкурсов заслуженный артист Российской Федерации Александр Гиндин. Александр, очень приятно видеть вас вновь в Севастополе. Да, действительно, вы не в первый раз приезжаете к нам в город, не в первый раз выступаете. Публика везде разная. Вам же приходится везде ездить, бывать в разных городах, странах, или ценители классики везде одинаково хорошо принимают, в том числе и в Севастополе. А вы знаете, какие? публика в, как, в нашей стране, она как, действительно отличается, как, от, от, ну, например, от, от европейского слушателя тем, как, что у нас чем вот, как бы работает не обратно пропорционально, а пропорционально, чем чаще ты приезжаешь, тем больше на тебя ходят, тем больше тебя любят и тем больше тебя ждут. Вот, потому что вот я да вот помню по там, по европейским гастролям в принципе наоборот, поэтому если ты куда-то приехал, то нужно делать ну, такой прям увесистый перерыв, потому что подряд на одного и того же артиста люди не ходят. Вот, а у нас причем это не только в Севастополе, это во всех наших городах. Вот у нас любят вот да когда когда все становятся своими. И это действительно очень работает, и, и в Севастополе это тоже работает, потому что вот за сегодня, сегодня вот будет концерт, да, получается пятый раз, но вот четыре раза уже прошло, и за четыре раза, который я был в этом городе, прям вот контакт со слушателем, он растет. На вашу концертную деятельность как-то влияет наша сегодняшняя крайне сложная обстановка, или все так же активно? Можно ездить, давать концерты в разных городах России? Ну, конечно, влияет, потому что все-таки я в общем, всю жизнь ездил по всему миру. Вот, и моя география ну, вот, закрылась очень жесткой, практически в один день. Вот. Но, дайте из, из, хорошего, что мы все-таки живем в большой стране, вот поэтому, когда закрываются внешние границы, внутри тоже, тоже много места. И в смысле, активности, в смысле активности на самом деле ничего не изменилось. Я не могу сказать, что стало активнее, стало однозначно активнее здесь внутри, в России. Вот, да но поскольку как, да, как, за границу я практически не езжу вот, да как, в результате да как бы загруженность, как, ну, количество дел как, примерно тоже ведь иностранцы тоже к нам не ездят да поэтому как, да какие-то артисты как, да, то, как, тоже как, переехали вот поэтому ну, объективно здесь как, у нас народа осталось чуть чуть меньше вот а, а место большое вот поэтому есть что делать. Александр, педагогическая деятельность на сегодняшний день какое место занимает в вашей жизни? Я не занимаюсь педагогической деятельностью в том, в том смысле, в каком вы имеете в виду. Я нигде не преподаю. Я действительно в 2003 году два или три года работал в Московской консерватории, но это было очень давно, и в принципе уже неправда. Вот я как раз не преподаю как, и, как, постоянно. Вот естественно, когда как, как, как у любого музыканта уже в определенном возрасте. Как, я часто даю мастер-классы. Вот да, вся, как, все эти истории они в общем существуют по, как, по всей стране, как, не только как, в Москве, больше даже в других городах, чем в Москве. И в Москве тоже много. Вот, но все-таки одно дело, вот такая как бы мастер-классовая история, да, когда как, ты публично делишься как, да, каким-то своим опытом и знаниями, другое дело, когда ты работаешь с учениками как бы за дня в день, это совершенно другая работа, вот, которой я не занимаюсь, но просто по причине как объективной я играю много. Вот, все-таки, да, педагогика вещь абсолютно серьезная, вот требующая ну, на самом деле, полного погружения в эту историю, и, главное, требующая регулярности. Вот. Я эту регулярность да, своим гипотетическим ученикам предоставить не могу, потому что я и себе это не принадлежу. Если продолжать педагогическую тему, как вы считаете, стоит ли сделать в наших российских школах более углубленное изучение истории, Музыкального искусства для того, чтобы уже с раннего возраста. Понятное дело, что не все станут музыкантами, не все будут увлекаться классической музыкой, но тем не менее вот, закладывать азы, чтобы люди элементарно знали наших великих композиторов, могли отличить одно известное произведение от другого. Это все-таки необходимо. Это сейчас не в должной мере вкладывается в наших детей. Ну, ваш вопрос уже подразумевает ответ. Вот, поэтому, ну, разве я могу сказать, не стоит? Вот, другое дело, что, ну, все-таки, это относится не только к музыке. Это относится и к литературе, это относится и к живописи, это относится к философии. Это, собственно, относится, ну, вообще к мировой культуре во всех ее проявлениях. Вот, музыка в данном случае, очень значительная, но только часть вот и человеческих человеческих знаний в области в гуманитарной области их очень много вот и конечно хотелось бы направить какое-то внимание сюда, хотя честно вам скажу, я не, не я не представляю, как это сделать, потому что э, как, век информативный, э, как, да, как, в, ну собственно, как, время общества такое, которое как, требует просто много и других знаний, в частности тоже, и в частности специализированных, как, да, в каждой, в любой из областей, э, вот. Но, конечно, за музыку обидно, что там говорить. Пианист это не скрипач, музыкальный инструмент, такой как фортепиано, за собой возить не будешь. И вам каждый раз приходится работать с разными инструментами в разных городах, какие основные требования. Если, допустим, получается так, что не всем требованиям соответствует музыкальный инструмент, а другой взять. Знаете, кстати, у вас здесь фантастический инструмент. Вот, насколько я знаю, это подарок московской филармонии. Вот, и инструмент действительно фантастический вот прям. Класса А. Очень-очень-очень хороший. Да, вот я ну, вот, играю пару, да, парный концерт, второй концерт в Симферополе. Там тоже, кстати, очень хороший инструмент. И вы знаете, в принципе, вот за последние где-то 15 лет парк концертных роялей в российских филармониях, он, в общем, изменился очень сильно в лучшую сторону. Сейчас практически приезжая, в общем, без исключения, в любую филармонию города Н, ну, по крайней мере, один инструмент, ну, вот как бы первый главный концертный инструмент, на котором, собственно, вот играешь концерт, он, он в порядке, он очень хороший. Вот. Я не говорю, что все, все остальные в таком же виде, как правило, Граница сразу очень резкая, вот одна вершина, и дальше как, все, как, все остальное гораздо печальнее. Вот. Но требования к инструменту, на самом деле, как, это требования простого здравого смысла. Вот, потому что как, это как, машина, с помощью которой как, я высказываюсь, и хотелось бы, чтобы она работала. Что необходимо вам, как музыканту, как артисту, для того, чтобы перед концертом настроить себя на выступление? Тут у каждого, наверное, по-разному. Кто-то требует тишины, кому-то, наоборот, необходимо отвлечься. Что вам дает эти силы перед началом выступления? Потому что это самое начало – это, наверное, волнительное время. Когда выходишь на сцену, уже не так волнуешься. А вот перед началом есть что-то, что может сбить, что может помешать. Вот для вас чего категорически не должно быть перед началом концерта? Ну, я бы ничего вообще бы ни о, ни о чем не говорил так категорично, да, потому что ну, обстоятельства разные бывают. Вот, и, собственно, сбить это неправильное слово, да, потому что настройка она внутри, поэтому все-таки то, что происходит в, в, вокруг, это как, не так важно. Вот, но, Опять же, да, естественно, здравый смысл, потому что, да, если как, рядом со мной в соседней комнате будет работать отбойный молоток, ну, наверное, это плохо. Вот до этого доводить не будем. Вот как, вообще как, нормальные человеческие требования, как, да, отдохнуть, выспаться, чувствовать себя хорошо, как, быть свежим, чтобы, как, да, чтобы внимание работало. Собственно, этого, этого достаточно, потому что как, остальное приходит в процессе ну, вот, живого общения с публикой. А на, на, на самом деле это общение начинается до того, как ты первую ноту издал. Вы сказали о том, что в силу занятости фактически себе не принадлежите, но тем не менее каждому необходимо восстанавливаться, необходим отдых, необходимо отвлечься на что-то другое. Есть ли у вас какие-либо занятия, которые могут доставить вам удовольствие, если вдруг выпадает время помимо музыки? Ну как, у меня большая семья и многодетный отец. У меня трое детей. Вот это... это в общем, я думаю, все поймут, что это такое, кто знает. Вот, поэтому это и хобби, и работа, и как, все, что хотите. Вот. И, собственно говоря, на, наверное, все. Вот, потому что как, вот так, чтобы чем-то заниматься, да, каким-то хобби ради хобби, мне такое в голову никогда не приходило вот на самом деле смена обстановки смена, как, да, смена впечатлений как, да, всяких разных да как, и, и географических и, как, и общения с разными людьми вот это не только отдых это, это собственно ну, это называется да, это это активный отдых да по моему так он правильно называется вот он собственно так, такое есть так восстанавливаешься что касается современной классической музыки, то на ваш взгляд, как обстоят дела в этой области, наверное, если сейчас у многих людей спросить, попросить их назвать имена современных представителей, современных композиторов, которые работают в этом жанре, многие не назовут ни одного. Ну, вы знаете, я вот назову как, с большим, удов... с большим удовольствием, да, есть он примерно мой ровесник, чуть-чуть помоложе, Игорь Холопов. Чудесный совершенно как, композитор, ныне живущий, когда проживающий в Москве, как, высокий профессионал, очень талантливый человек, очень хороший композитор. Я, мы вот, да, творчески общаемся, я играю его музыку вот, вот, в конкретике прямо. А, вот, конечно, я, наверное, не так хорошо знаю современную музыку, но так как я знаю музыку 19 века, да, потому что ну, все-таки, конечно, мейнстрим-репертуар, да, это, это романтика 19-го, начала XX веков. Вот. Но, как, тем не менее, как, в музыке, как и в любом искусстве, как, время, да, вот, про, прошедший после этого периода времени, это такой естественный фильтр, который ну, как бы вещи ставит на свои места. И, и собственно, да, как, мы сейчас как, знаем, слушаем, играем, да, и, как, и воспринимаем музыку, да, вот, которая прошла, прошла вот этот временной фильтр. Это не, меш, да, не мешает тому факту, что сейчас мы музыкой все равно окружены. Ее очень много пишется. Вот. Но так устроена эта история, что поделаешь. Вот, да, проходит какое-то время, и вот остается то, что остается, и... и оно продолжает жить дальше. Вот, все композиторы это понимают. Они действительно как, работают на будущее. И после Севастополя далее какие города, какие концерты, какие выступления? И планируете ли, известно ли уже какое-то время, когда вы еще раз приедете к нам в Севастополь, в Крым? А, ну, в общем, ближайшая как, моя как, гастроль как, будет через неделю. Это как, фестиваль фортепианных дуэтов в Екатеринбурге. Вот я еду туда в паре с Борисом Березовским, фортепианом до этого мы едем на, на два концерта Сольной оркестровый. Вот. А сейчас мы как бы находимся на, 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 в, да, в отношении Крыма и в частности Севастополя. Сегодняшний, да, сегодняшний концерт, который будет, это, это заключительный концерт этого цикла, да, из четырех концертов. Вот. На самом деле, конечно, я сюда еще вернусь. Вот. И я, в общем, глубоко убежден, что как, это будет не так уж и не скоро. Вот. Просто вот, сейчас вот нам сегодня надо закончить это и, и собственно говоря, как, встретиться как, и еще раз подумать, что мы делаем дальше как, и, и как мы это делаем. Вот. Поэтому как, скоро буду здесь опять. В Севастополе, как и по всей России, немало ребят, которые серьезно увлекаются музыкой и хотят дальше профессионально связать свою жизнь с музыкальной деятельностью. Совет для них от такого метра, от человека, который достиг таких огромных успехов в этой области, самое главное, самое главное, что необходимо, к чему нужно стремиться, на что обращать внимание в первую очередь. А, ну, как, помимо как, упорства и работы, как, не, не закрываться в своей комнате. Вот, мы, как, мыслить шире, как, да, воспринимать мир вокруг себя шире ездить там мастер-классы в разные другие места, знакомиться с людьми, учиться в общем, да, по возможности учиться всему и у всех везде, где ты можешь что-то взять. Вот, наверное, это очень важно. Александр, спасибо вам большое за беседу. Мы всегда рады. Встрече в Севастополе. И действительно надеемся на то, что новое не заставит себя долго ждать. Спасибо вам большое.